Здравствуйте, меня зовут Сюйчин, я из Китая, я с сентября 2022 года, я изучаю коммуникации на факультете журналистики Белорусского государственного университета. Тема моего диссертационного исследования связи с общественностью в Китае, направления, тенденции развития. Цели исследования выявить основные модели формирования связей с общественностью в Китае в разные периоды становления общества и определить особенности современного этапа развития влияния в ПР. Задача исследования перепланировать структуру института связи с общественностью на государственном уровне. Второе, изучить этапы формирования ПР в Китае от постепенного внедрения новых технологий до появления профессиональных объединений семи ПР-программам. Специальных отделов в организациях высших учебных заведений на предприятиях и в коммерческих структурах. Третье, определить ключные модели развития связи с общественностью в Китае на современном этапе и технологии формирования, отвечающие современным требованиям развития информационно-коммуникативных технологий. Четвертое. Определить ноли системы современных китайских СМИ в связях с общественностью. Пятое. Разработать рекомендации для государственных структур, регулирующих сферу связи с общественностью с целью адаптации существующих технологий к современному этапу развития общества. Объект исследования Институт связи с общественностью на государственном уровне. Предмет исследования технологий и моделей развития связи с общественностью в Китае. Теоретическая основа исследования являются работы ведущих и зарубежных учебных посвященных исследованию связи с общественностью на уровне государства и особенности формирования в Китае. Все, спасибо за внимание.